Сегодня смотрю видео Азера Мамедова про Дюнямина Ибрагимзаде. Говорит, что я читал, что пишет этот Дюнямин Ибрагимзаде. Как он красиво все пишет, какой у него словарный запас, как он по-русски четко все пишет. И я думал, нет, это не может быть азербайджанцем, это может быть только армянином. Понимаете? И этот Азер Мамедов себя считает патриотом своей страны, черт побери. От его слов можно понять только то, что этот человек думает, что в Азербайджане нет таких умных людей, нет таких красиво пишущих, допустим, красиво размышляющих людей, не существовало, и это его шокирует, понимаете? Он не может верить, что может быть такого азербайджанца. Потом он говорит, что Дюнямин Ибрагимзаде очень смелый человек. Он принял христианство, переехал в Азербайджан. Не боялся, оказывается. А в Азербайджане же их убивают, режут же, да? А здесь чего он боялся бы? В Азербайджане, блин, столько атеистов, столько принявших христианство, столько принявших эту Кришну, всякую вот всячину принявшие люди есть. Кому какая разница была-то когда-то? Когда кому была разница? Потом он говорит, поехал бы в Северный Кавказ, там бы его мало ли что сделать. А ты, блин, Северный Кавказ, что ты позоришь-то, блин? А? Северный Кавказ настоящий мусульманин. И настоящему мусульману нет разницы, кто кого что принял. Это ты, может, про Иран что-то слышал чего-то? Ты о чем вообще, парень? Ты о чем? У тебя вообще мысли есть в голове правильные когда-нибудь? Говорит, он красиво пишет, я думал, это армянин. Азербайджанец не может писать красиво. Ой, позор. Потом еще он умничает, сидит. Азер Мамедов. Так, о чем он говорил? Говорит, что смотрите, он что написал. Дюнямин Ибрагимзаде что написал. Я, говорит, бросил свою тысячелетную Аллаха и принял новые манаты. И этот Азер Мамедов думает, что он позорит мусульман. Разве в этом фразе есть какое-то оскорбление про мусульман? Или разве есть? Нет, конечно. Вот скажите мне, может, я не понимаю, в этой фразе есть какой-нибудь оскорбляющий тон, оскорбляющий момент мусульманства? Вот скажите, фраза такая. Бросив свои тысячелетние Аллаха, я упал на колени перед новым манатом. Вот что здесь против мусульманства вообще есть? Он, если позорит, допустим, да, если позорит что-нибудь, он про себя пишет, он не про всех мусульман пишет. Этот Азер Мамедов тупой человек, понимаете, ребята? Тупой, это идиот, блин, идиот. У него, может, у него коронавирус? Пишут же, коронавирус первым делом мозги отнимает. Что с ним такое, ребята? Я вот не понял. Вы что-нибудь поняли?